А следующий наш дуэт впервые выйдет на эту сцену в нашем шоу. Анастасия Тиханович с молоком матери и генами отца впитала вкус к хорошей песне и к уверенности на сцене. А вот насколько уверенно в качестве исполнителя почувствует себе ее партнер. Ведь он легендарный врач, профессор, доктор медицинских наук Леонид Путырский. Анечка, я думаю, все получится. Знала бы ты, насколько творческий Леонид Алексеевич человек и какие стихи он пишет. А песню для нашего шоу «Золотых шлягеров» они выбрали даже не золотую, а платиновую. Посмотрите, как они это репетировали. С 79 года, как я окончил медицинский университет, с тех времен я работаю в медицине. И практически с первого дня в маммологии. Помогаю женщинам быть здоровыми. Леонид Путырский не только главный маммолог республики, доктор медицинских наук, профессор и лауреат многочисленных премий, он еще и автор более чем 100 научных работ, 30 изобретений, да к тому же поэт и до недавнего времени солист ансамбля народного танца «Радуга» Дворца культуры профсоюзов. Мне всегда приходится ответственность брать на себя. Здесь я сегодня спокоен. Надо быть спокойным и упрямым. Надеяться на вашу помощь. Ой. Да, в этом нелегком мероприятии. Хотела сказать, я тоже на вашу буду надеяться, но учитывая сложность вашей профессии, да. Уж лучше вы к нам. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. Не каждый профессионал иногда может вот так правильно подходить к процессу репетиции песни. А как насчет танца? Ну, это мы в следующий раз какую-нибудь песню, где станция. Одну присядку можно сделать. Работать с такой певицей – это само по себе счастье, и оно уже учит быть счастливым даже в трудных ситуациях. Ну, с вами и на фронт готов. О, вот так. Выходит поэт в медицине, а на сегодняшний день еще и певец, партнер великой Анастасии Тиханович Леонид Путырский. Надежда. Анастасия. Да нет, Надежда. Песня-то про Надежду. Ах, Анастасия Тиханович и Леонид Путырский. Надежда. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы. Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. От песни довольно одной, чтоб только о доме мне пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. От песни довольно одной, чтоб только о доме не пелось. И забыть по-прежнему нельзя,
все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в небе. Чтоб только о доме в небе. Ваши аплодисменты, Анастасия Тихонович и Леонид Путырский. Кстати, Ирина, ты не подскажешь, в какой области наш Леонид врач? Ну, конечно же, мамолог, я-то точно знаю. Ну, тебе ли не знать, а вот дорогая? Тебе, Анечка, не мешало бы тоже обратиться к нему. Ну, давайте-ка мы сейчас узнаем у нашего многоуважаемого жюри их мнение о нашем дуэте. Ну, мне показалось, что Леонид и Анастасия очень органично чувствуют себя на сцене, им подходит эта песня, и даже, возможно, если где-то не хватает вокала, то тембр и самоощущение в этой песне очень-очень гармоничное. Мне вода в белку очень импонирует этот дуэт. А как вы думаете, вообще врачи поют на осмотре, на операциях? Поют и врачи, Леонид? Поют. Поют. Поют? Да? Я и стихи рассказываю, и иногда и пою, когда тревожная ситуация. Ну, мне кажется, что «Надежда» — это самая лучшая песня, которую может спеть врач для больного. А у нас у хирургов это без этого и к столу не подходишь. Только дать должен «Надежду» до операции. Дуэт настолько ощутил душу этой песни, настолько ощутил свет этой песни. Они настолько друг друга дополняли, как два исполнителя, как два вокалиста, что вот тронули меня в самое сердце. Я бы отметил высокую культуру исполнения песни этим дуэтом, и хочется сказать за это спасибо. Настя, легко ли удалось ли вам исполнять эту песню в дуэте? Не очень. Не очень? Не очень. А что самое сложное? Самое сложное то, что у этой песни богатая история. История самой песни, история исполнителей этой песни, поэтому это было очень ответственно. Леонид, как артист, вышел абсолютно наполненным. Но когда я дослушала до конца песню, я немножечко даже расстроилась, потому что такой человек и лечит, и учит, и поет, и пишет стихи. И мне так захотелось увидеть, как он еще и танцует. Вот этого мне немножечко и не хватило. Спасибо большое за замечательную песню и исполнение. Валерий Николаевич, что вы скажете? Как мне показалось, профессор молодец. Насколько известно, он пишет стихи и на свои стихи сочиняет песни. А здесь еще такое исполнение. Конечно, Анастасия ему помогла. Спасибо. Я подсказала, где вовремя вступить. Дуэт сложился. Две звезды на сцене.